Ребятушки, у меня ранний доступ к концепту, которого еще нигде нет, и он об обновлении 0.20.0. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ребятушки, обязательно подпишитесь на автора, ссылочка в описании. Его нужно поддержать, чтобы он делал еще больше таких крутых концептов. Слева снизу мы видим вкладочку «Новости». Справа мы видим новый пас «Greg Operation». Вау, это задание, достижения, соревновательные задания, аркадные, дополнительные и все за голду. Я думаю, это слишком жирно. А нет, если прочитать сами задания, это довольно-таки дешево. 50 голды всего лишь за 1000 MVP. Вау, это лучшие игроки мира. Это очень круто. Соревновательные, союзники, битва кланов. То есть мы можем посмотреть топы игроков по всему миру. Это имба. Инвентарь максимально странно выглядит, мне, честно, дизайн не нравится. Но вот справа сверху есть какой-то обменник, это уже интересно. История цены. История цены. 2019-2020 это гениальная вещь, и я думаю, что такого никогда не добавят, потому что это слишком круто. В каждом концепте это музыка. Она уже надоела. Давайте я ее сменю. Похвалить, дружелюбен, наставник, лидер. Офигеть. Сила богов, новый режим и карта Грек. Офигеть, закрыть доступ к точкам на карте. Это имба, наконец-то, вот это реально нужно. Я надеюсь, что разработчики обратят на это внимание и добавят эти функции. Ребята, нам нужно поддерживать Standoff 2. А для этого вам нужно подписаться на автора этого концепта. Если вы подпишетесь, вы замотивируете его делать больше. Обязательно подпишитесь. И подпишитесь на тех ребят, которые у него будут по ссылочке в описании, которые ему помогали. И ребятушки, если вы хотите научиться трейдиться, или не умеете вообще трейдиться, но хотите окупиться в Standoff'е, или у вас есть голда, но некуда потратить, ссылочка в закрепленном комментарии. Мой Boosty-канал, где я публикую историю своих покупок в Standoff'е. Мой 4-летний опыт на рынке, думаю, вам очень сильно пригодится. Поэтому ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Boosty-канал, где я публикую историю покупок в Standoff'е. Например, мне понравился какой-то скин, и я думаю, что он вырастет. Я его покупаю, делаю скриншотик и публикую это на своем Boosty-канале. Каналы, да, вот и ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. И посмотрите это видео, которое вылезло на экране. Обязательно до конца, оно очень интересное, топовое, полезное, приятнейшего просмотра. Всем спасибо, всем удачи!